Жилет сегодня – это одна из основных базовых ключевых моделей в гардеробе стильной современной женщины. В 2018 году дизайнеры в один голос заявляют: «Женщины, украшайте себя!» Но это не значит, что вы должны выбирать только аксессуары и украшения. Настоящим украшением для любой женщины становится жилет. Это тот самый многослойный ансамбль, который демонстрирует всему обществу. И у этой женщины идеальный вкус. И эта женщина умеет и знает, как правильно выглядеть. Поэтому представляем вашему вниманию незаменимую базовую модель в гардеробе женщины – жилет Марлая. Я как модница, настоящая модница, не упускаю возможности сегодня и выбираю для себя не однотонный жилет, а жилет с цветами. Бренд Лавира Ирина Кулакова радует нас сегодня новой коллекцией сезонной. Спасибо, Ирина Кулакова. Светлана выбрала цвет фуксия. Малина. Он у нас в заказе называется малиновый цвет. Мне очень нравится, как подобрала Ирина Кулакова идеально ткани компаньоны. Об этом поговорим немножко позднее. Для многих женщин, Оленька, понравился костюм, который вы уже могли видеть на нашей Татьяне Бабуровой. Это брюки Тальяна, оттенок бирюза, и такой же бирюзовый оттенок жилета Марлая. Вот вам готовый комплект. В заказе этот цвет называется зеленый. Вот выбор ваш уже определен. Вам остается только набрать наш номер телефона. Звонки все бесплатные, даже с мобильного. И сообщить, какой цвет вам понравился. На нашей Кате цвет кофе с молоком. Настолько он интересный, настолько он благородный. И вновь цветы. Свет, вот мне нравятся цветы. И ощущение полное, что они вышиты на ткани. Да, мы сейчас поговорим о принте. Хочется еще об одном цвете сказать, который выбирают наши модницы в большинстве своем. Это черный. Я не случайно Оля дала черный цвет. Посмотрите, цвет Олиного платья и цветы на нашем классическом черном жилете Марлая идеально сочетаются. О чем это говорит? Мы можем сейчас с вами добавить их и объединить в один комплект. Пользуйтесь советами стилистов, пожалуйста. Очень сложно в магазине купить готовые ансамбли. Мы вам им просто предлагаем. Успевайте дозвониться сейчас. У нас настолько ограниченная партия, что молниеносно заканчиваются размеры. Поэтому смело звоните сейчас. Срочно, чтобы завтра не кусать локти. Набирайте наш номер телефона. Операторы помогут вам составить корзиночку заказа. Ну а я хочу сказать, если это ваша первая покупка, то вы получите еще и бонус. Бонусную золотую карту. Посмотрите внимательно. Это ваша бонусная карта, с помощью которой ваши покупки станут еще более выгодными. На нее уже зачислено 200 бонусных рублей. А это значит, ваша следующая покупка в любой рубрике телеканала Shop&Show будет с дополнительной скидкой. Телеканал Shop&Show – телеканал с душой. Присоединяйтесь к нам, делайте свой первый заказ и получайте не только свою посылку с покупками, но и золотую карту. Да, и выбирайте готовые ансамбли. Сейчас мы видим с вами на Анастасии водолазку Динара, которая будет у нас в конце программы. Яркий терракотово-оранжевый цвет сочетается с принтом на нашем жилете. Вот в этом, Оле, я вижу превосходство, потому что, выбирая цветочный принт, мы можем угадать и выбрать оттенок вашей базы, который имеется на флористическом принте. Но хочу сделать важное примечание. Выбирая такую яркую базу для многослойного ансамбля, мой вам совет. Ни в коем случае цветы, яркие цветы, не сочетайте с любым другим принтом, потому что ваш жилет потеряется. А вот с однотонной базой верха и низа вы можете сочетать легко. А сейчас, Оленька, я бы хотела рассказать о том, что жилеты сегодня – это не только украшение внешне. Он несет с собой очень важную функцию – моделирование силуэта. Представьте себе, дамы, у кого есть секреты в этой области. Мы не всегда можем подобрать одежду, которая бы выгодно ее формировала. Но надевая трикотажный жилет из мягкой ткани, ведь никто не видит мои складочки, правда? Я выгляжу очень даже подтянутой. Эти все секреты спрятаны за цветами, правильной композицией прямого силуэта. И здесь мы видим с вами еще и углубленную зону проймы. Вот для моей мамы, у кого богатый верх, это просто находка. Я, знаешь, еще о чем подумала, Свет. Вот с водолазкой там все-таки она идет по рукаву. А есть блузы, у которых, ну, чуть более широкий рукав. Здесь будет хорошо проходить в пройме. Конечно, Оленька, я сейчас хочу показать пройму. Она очень глубокая. Танюша повернется и нам покажет сейчас. Вообще, жилеты я обожаю за то, что здесь нет рукавов. Не каждая женщина с формами будет дополнительно надевать на себя
обвязанные кардиганы. Вот мы видим, что от зоны проймы отступается еще 10 сантиметров. Для любой полноты, для любой посадки бюста, ну и, конечно же, для любой конструкции блузы. Например, вы надели блузу с цельнокройным рукавом. Не переживайте, наш жилет отлично подстроится под фасон вашей блузы. А еще мне очень нравится приятная ткань. Какая она на ощупь гладкая. И даже, знаешь, я бы сказала, что она тепленькая. Ты знаешь, Олюшка, а ведь ты права. Вообще, состав ткани играет очень важную роль в жизни женщины. Ткань должна быть комфортной. Чем славится Лавира? Это качество трикотажно-вискозного полотна. Ткань привозится у нас из Дубая, и эта ткань порадует вас мягкостью. Я сейчас хочу показать вам, что наша ткань действительно комфортная и мягкая. Давайте посмотрим сейчас вместе на экран. Как проверить мягкость ткани? Ее достаточно просто смять, и мы видим, что она помещается у меня в ладони. Если бы ткань, Оленька, была грубая, она бы колом стояла, и форма была бы у нее некрасивая, а это как струится, посмотри, как водопад. Но при этом она плотная, и мы не видим с вами никаких пробелов между петельками. Вот оно качество, 100% качество от бренда Лавира. Стилист, напоминаю вам, дорогие модницы, кто следит за модой и любит быть первыми в своем городе, поселке, неважно, где вы живете, жилет Марлая. Сегодня это моя находка. Я с удовольствием приобрела сегодня для себя оттенок малина. Этот жилет поразил меня не только стилем, утонченностью, кожаные петли, яркие пуговицы, принт, вискозная ткань. Все это умеет делать Ирина Кулакова на 5 с плюсом. Но еще что я заметила, этот жилет моделирует мою фигуру. Для всех женщин, кто не только утепляется грамотно, но и стройнеет и любит это делать, выбирайте жилет Марлая. Жилет Марлая – это палочка-выручалочка. Он даст вам и комфорт, скроет изъяны фигуры и, конечно же, сделает вашу фигурку более изящной и стройной. Набирайте наш номер телефона и делайте свой первый заказ.